Всем привет! Вы на семейном творческом канале. И сегодня у меня будет видеообзор о покупках канцтовара к школе. Сегодня 30 августа, и сегодня в ленте проходила акция 50% на канцтовары и даже на школьную одежду, обувь. Тоже была скидка 50%, но мы закупились в детском мире, поэтому мы купили сегодня канцтовары в основном, ну, конечно, продукты тоже, но хочу для вас снять вот такой вот обзорчик канцтоваров к школе. Это видео я хочу выпустить именно 1 сентября, ну, чтобы сразу поздравить всех наших учеников с новым учебным годом. И в конце видео очень хочу приблизительно посчитать калькуляцию, приблизительно, сколько сейчас нужно денег в Ленобласти, чтобы собрать двух школьников в школу, две девочки у меня. Может, кому-то это будет интересно. Таких вот два огромных пакета. Покупала много, 50% скидка, покупала сразу много на весь год. В том году мы точно так же, извиняюсь за шум, открытые окна на всю распашку, у нас душновато. В том году мы точно так же с мужем съездили в Ленту, когда была 50% скидка, и также много-много всего купили, и нам хватило на целый год, и даже какая-то цветная бумага, цветной картон еще остался, пару альбомов, остались цветные карандаши, но я брала много, в плане того, идешь куда-то в гости, купил там раскрашечку ребенку, карандашики положил, но всегда это нужно, пусть это лежит, карандаши, они не портятся в конце концов. Давайте скорее разбирать покупки. Ну, я примерно помню стоимость общей покупки канцтоваров. Это было набрано на 6000 рублей. Может быть, чуть-чуть побольше, может быть, 6500. И делим пополам, соответственно, вы платите 3000. Взяла папку для акварели вот такую. Хорошие плотные листы, я там смотрела. Взяла на всякий случай, хотя у нас есть всякие листы, но всегда пригодится, пускай лежит, как говорится, есть не просит и не портится. Так, и кисти. Разные здесь, 6 кистей, и они разные, от самой тонкой до толстенькой. Взяла доступно, практично и рационально. Спецвыпуск, господи. Вот такие кисточки. Дальше взяла вот такие карандашики. 12 цветов, карандаши цветные, яркие цвета, легко точатся, ударопрочный стержень. Enchantimals, как-то, по-моему, мультик называется. В общем, взяла серафимки, пусть будет. Вот такие вот карандашики. Видео будет затянувшимся, покупок много. Так, вот такие упаковки тетрадок взяла. У меня двое школьников, я вам скажу. С того года у меня остались в линейку. Почему-то очень много уходило именно в клетку тетради, потому что у старшей алгебры просто исписывали. А учителя требуют 18 листов тетради, потому что толстые тетради, которых на дольше хватает, им тяжело носить домой на проверку. Поэтому 18 листов улетало в клетку. В этот раз я взяла в клетку побольше. Это в линейку, здесь 18 листов, 10 штук в упаковке, цена около, по акции, если пополам делить, около 30 рублей, наверное, выходит за пачку. Так, здесь еще в клетку попалось, тоже 18 листов, в общем, взяла я 2 в линейку. Две в линейку и 3 упаковки в клетку. Это 30 штук, надеюсь, хватит. Картон вот такой вот. Немелованный, кстати, 16 листов. Картон очень хороший и очень плотный. Посмотрите. Хороший картон. Тоже по акции рублей 17, наверное. Бумага вообще копейки. Этой же фирмы. Двухсторонняя. Взяла мало картонной бумаги, потому что у нас с того года еще пачки остались. А, даже у нас еще, да, альбомчики остались. Вот такой цветной картон взяла, 8 листов. К сожалению, если я буду искать цены, это будет очень долго. 2 упаковочки такого картона. Взяла вот такие альбомы для рисования. Вышли они по 20 с лишним рублей. Здесь у нас 40 листов. И листы достаточно хорошие, плотненькие такие, нормальные. Вот такой еще
альбомчик. И вот такой. Хотя у нас там еще три альбома лежит. Пусть будет, пусть будет. Взяла вот такие папка-вкладыши с перфорацией. 365 дней здесь 100 штук в упаковке. По акции вышли мне в 40 с лишним рублей. Так, дальше. Еще взяла вот такие кисточки фирмы Лента. Здесь 3 штуки тоже. Средняя, тонкая и потолще. Сначала я взяла вот эти, а номер 2, 4, 5. Волос пони. Сначала я вот эти взяла, потом увидела вот эти. И взяла сразу 2 набора. Вот такие папочки-конвертики. Кстати, они очень удобные. С вот такой вот защелкой. Что-то положить, еще что-нибудь. Под нотки. Мы ходим в музыкальную школу. Также набрала 3 упаковки вот таких вот обложек для тетради дневников. Здесь 10 штук, Эрих Краузер. Они достаточно плотные. В том году брали такие. Очень хорошие, рекомендую. И я взяла набор универсальных обложек для учебников. Тут тоже 10 штук. Хотя, наверное, сейчас удобнее оборачивать в специальную пленку. Но ее не было. Скотч двухсторонний. Это он мне нужен был. На него, кстати, не было скидки. Вот такие ниточки. Ниточки, девочки, все, у меня все в рукоделии. Взяли мы вот такие набор флайнеров, 12 цветов. Настя себе выбрала. Они стоили 200 рублей. Обошлись нам 100 рублей. Вот такие красивые цвета. Это тоненькие ручки. Так как она у меня рисует, ей пригодится. Вот таких небольших блокнотиков взяла, такие небольшие, смотрите, какие классные. Если ты хочешь, но не можешь, значит, не очень хочешь, правда. По 7 рублей, ну, по скидке, да, там они 13 рублей, что ли, то стоили, минус 50%. Маленькие блокнотики нужны всегда школьникам. Вот, что я вам говорила, набрала и цветных карандашей опять, это у нас карандаши Бик. Хорошие карандаши, мы уже их покупаем, Настя ими любит рисовать. Грифель не ломается, когда точишь, очень удобная. Цена их была без скидки в Ленте 202 рубля, как сейчас помню. А мы за них отдали 101 рубль, здесь 13 штук. Еще взяла вот такие карандашики, тоже 12 штучек. Тоже они, это Германия, германский, тоже они противоударные, грифель не ломается. В общем, вот такие вот. Тоже 200 или 158 рублей стоили. А, даже меньше. По скидке они обошлись 52 рубля. Вот это я помню. Что помню по ценам, то буду называть, девочки. Что не помню, извините. Краузер взяли вот таких 2 точилки. Точить карандаши. Здесь для большого карандаша и для маленького. По-моему. Или 2 для маленьких, не знаю. Вот такие карандаши села себе Настя черно-графитные, разной твердости, это она рисует. Хоть мы не идем уже в художественную школу, мы получили диплом, но она очень много рисует дома, и все равно это все нужно. Такие фломастеры взяла лентовские дома рисовать или что-то подчеркнуть в школе. 12 штук, вообще тоже какие-то копейки. Взяла вот таких обычных тетрадок. 5 штук, потом пожалела, что так мало. Ну ладно, пока хватит. По 5 рублей они вышли по скидке. В клеточку. Это для черновиков. Дома мы пишем. Гуашь мультики 100 рублей нам вышло по акции. Гамма 12 цветов. Гуашь хорошая. Все ее, наверное, знают, у кого есть дети. Так, девочки, набрала сразу целую кучу ручек. 50, по-моему, штук здесь. Ручки взяли вот такой фирмы Бик. Мы их там попробовали. 0,7 миллиметров стержень. Достаточно тонко пишут. Мы пописали ими там. Прежде чем покупать ручку, всегда я даю подержать ребенку, пописать, чтобы ему было удобно ее держать в руках, писать ей. Что интересно, девочки, она не пачкается. Есть ручки, которые ты напишешь, если заденешь немножко, пачкает, да, тетрадку. Эта ручка, мы проверили, не пачкает. И у нее здесь есть такая вот резиночка перфорированная. Удобная, классная ручка. Вот. Видите, провела, не пачкает. Взяла сразу 2 упаковки, но они тут не целые были. В общем, тут около 50, даже больше штучек. Это на целый год нам хватает. В том году мы также взяли ручки вот сразу коробкой. Но мы брали дороже, мы брали пилот, где 3 ручки, 200 с лишним рублей было без акции. Тоже набирали много и хватило.
Но в этот раз взяли эти, потому что они выходят дешевле. Без акции 22 рубля такая ручка стоит. Без акции. Очень классные. Вот еще одна такая точилка, про которую он говорил. 30 рублей вышла эта точилка. Таких два клея взяли. Клей-карандаш. Не было ПВА-клея, но у нас еще с того года лежит ПВА-клей. Пока нам хватит. Даже три я взяла клея. Такие фломастеры. Без акции 16 рублей. По акции, сами понимаете, 8. У меня еще таких три пачки лежит. Подчеркивают что-то, рисуют, пишут. Всегда пригодится. Вы взяли вот такую красивую еще точилку. Серафима себе выбрала пони. Классная, да, девочки? Смотрите. Сейчас я распакую, вам даже покажу ее. Тоже тут на большой и маленький карандаш. Она такая вот силиконовая, мягенькая. Такая классная точилочка. Без акции 67 рублей стоила. Ну, минус 50%. Карандаши Бик. Беру такие, потому что они противоударные, хорошо точатся. Все, что дешевле карандаши, к сожалению, их точишь, и грифель выпадает. Такие вот блоки для записи взяла, 365 дней, тоже копейки стоят. Бумага для записи 100 листов, наклеечкой, ленте. Настюшка себе пишет всякие какие-то записульки. Не буду я вытаскивать. Вот такие тетради. Английский, география, физика, в общем, для 9 класса. Подписанные, предметные, во, предметные тетради, 48 листов. Взяли каждый по две, каждого предмета по две тетрадки, кроме английского. И тетрадка эта в ленте стоила 21 рубль, ну и делите пополам. Так, еще один вот такой вот папка-конверт на молнии. Пластилин, пластилин луч, мягкий, 10 цветов. Еще взяла вот такие карандаши лентовские, тоже копейки стоили, карандаши двухсторонние, 12 цветов, здесь двухсторонние, ну, взяла, по-моему, я две упаковки. Что понравилось, что с двух сторон цвет, удобнее, наверное, брать в школу, если они понадобятся. И мы там что классные стикеры нашли, взяли мы таких две пачки, ну, конечно, одной, второй, пони. Шикарно, конечно, закладочки, да, такие можно закладывать в тетрадочки, в учебники. Они, кстати, хорошо клеются. 67 рублей без акции. Делите пополам. Текстовые делители взяли фирмы Лента. 4 цвета. 109 рублей без акции. Взяли два вот таких циркуля. Очень удобно тем, что они вот в таком удобном чехле. И что не такая большая коробища, да, как бывает, а большая огромная коробка. Ребенку неудобно. Вот смотрите, как компактненько все лежит. Очень удобно. Эрих Краузер, кстати. Вот еще карандашики биговские. У меня же два школьника, понимаете? Два школьника. Хотя старшая этот год с одним карандашом проходила. Или два, или один карандаш. А младшая теряла. Каждый день новый карандаш. Видите, еще какие мимишные карандашики мы купили. Карандаш «Шестерка». Тоже из серии «Поняшек». 70 рублей без акции. Две штучки здесь, единорожки. Ну, вот как раз одной и второй. Даже три таких стикеров я взяла. Вот еще одну упаковку взяла на всякий случай, мало ли кому-то подарить. Взяли мы вот таких два набора ленты, набор гибких линеек. Вы знаете, я сначала взяла, потом я засомневалась. Но они стоят недорого, но засомневалась, удобно ли будет ребенку чертить, что вот она вот так гнется. Не знаю. Не знаю, девочки. 20-сантиметровая линейка, но буду надеяться, что будет удобно. Вот такие наборы, два набора мы взяли ластиков, тоже из серии вот этот единорог, 40 с лишним рублей, они без акции. Конечно, они не будут так сильно стирать, но мы взяли, кстати, стирашек мы не набрали, дешевых не было, там надо будет купить, наверное, в букве или в каком-нибудь книжном магазине. Вот еще одни такие карандашики, которые я вам показывала. Очередные блокнотики, эти уже чуть-чуть подороже. По 10 рублей со скидкой они выходили. Таких вот разных взяла. Пусть будут, пусть лежат. В клеточку обычные блокнотики. Вот еще блоки таких бумажек для записи. Акварелька медовая, 12 цветов мультики. Не знаю, пригодится или нет. От гаммы, ну, гаммовской хорошие акварельки. Первый класс всегда брала. И одну, и вторую. Вот такие цвета яркие. Конечно же, старшие классы,
И вот такие вот штрих ручки замазки от фирмы Лента мы брали такие в том году, очень классные. Взяли вот такой штрих 365 дней с кисточкой. Ну и вот еще один у нас циркуль. Ну и вот такие у нас покупки, девочки. Посмотрите, как много, целый стол завален. Да, на целый год, надеюсь, хватит. Везите на калькуляцию, да, вам сказать, сколько у меня ушло на то, чтобы собрать двух девочек в школу. Если учесть то, что что-то из формы осталось, подходило. Но в основном мы в этот год одевали младшую, потому что она идет в 5 класс все-таки. Выросла девочка, брюки новые, блузочки новые, бадлончики. Портфель новый ей взяли, потому что она все 4 года она у нас четко отходила с портфелем от старшей дочери. Ну и давайте посчитаем. Мы живем в Ленинградской области, город я не буду называть. Ну вот считаем, что у нас здесь на 3500 канцелярий, да, это вы учитываете то, что 3500 это с 50% скидкой. Без 50% скидки это все 6-7 тысяч у нас здесь на столе лежит. А так всего 3500. И мы еще не купили 3 дневника. 2 дневника мы будем покупать для школы двум. И 1 дневник музыкальная школа. Значит, давайте считать, ребят, 3500 это у нас вот до канцелярия. Плюс считаем форма. Форма где-то на двоих у нас вышла около 7 тысяч рублей. Это мы потратили в детском мире. Плюс, это только форма 7 тысяч мы потратили. Плюс мы покупали еще старшие брюки в другом магазине. И блузку такая белая с черным кантом, очень круто смотрится. Это вышло еще на 2500. Плюс сменку у старшей и у маленькой 2300. Сменка была такие на танкеточке, очень красивые. Кеды 1000 рублей на двоих. Физкультура, кеды. Это уже выходит 19 тысяч. Ну и плюс... 19 тысяч это еще без рабочих тетрадей. Без рабочих тетрадей. Уже я купила старший на 400 рублей. Атласы и все такое. Думаю, что еще рублей на 400 надо будет закупаться ОГЭ, так как в этом году мы сдаем экзамен. Ну, грубо говоря, прибавляем. Плюс рублей 500 на младшую. Скажут еще какие-то рабочие тетради ей покупать. Обязательно контурные карты, обязательно атлас по географии, обязательно атлас по истории. Дай Боже, что в 500 рублей ложимся. Музыкальную школу я не считаю. Но в музыкальной школе тоже. Нотная тетрадь, например, самая дешевая, рублей 80 сейчас стоит. Нам одна, а нам не одна нужна. Дневник для музыкальной школы 100. Это самое дешевое мы берем. Мы не покупаем крутизну, новизну. И плюс учебники 1000 рублей я уже купила. Вот 20 300 рублей, это по минимуму выходит, если не больше. Я думаю, что около 25-30 тысяч ушло у нас на то... А, да, еще плюс портфели, я сюда не посчитала. Ну да, около 30 тысяч. Вот так вот, девочки, содержать нынче деток и отправлять их в школу. А еще мы сейчас придем в школу, там надо будет в школе сдать денежку на ремонт, и на то, на сё, на подарки учителям, к дню учителю. И, в общем-то, в копеечку влетаем в немаленькую. Такое у меня сегодня получилось длительное видео. Мне бы очень интересно было знать, кто посмотрит это видео, а сколько приблизительно у вас уходит на сбор в школу. Ну и, конечно же, сразу же, так как это видео выйдет 1 сентября, я хочу поздравить наших дорогих учеников, наших любимых деток всех с первым днем знаний. Снова в школу, ребят. Особенно хочу первоклашек, кто идет в первый класс. Выпускников, вот у меня у старшей выпускной класс, 9 класс. Мы еще пока не решили, пойдем ли мы в 10-11, потому что она хочет поступать в Мухинское училище. Год у нас такой, вы знаете, решительный. Кстати, вот как вы считаете, стоит ли идти в 10-11 класс в наше время или нет? Или уже идти учиться, получать профессию и заканчивать 10-11 в колледже? На перепутье мы пока на перепутье. Педагог, конечно, говорит, что оставайтесь,
еще все-таки 2 года под крылом мамы. Она у нас девочка болезненная, у нее проблемы с головным мозгом. Но мы учимся, мы неплохо. И вообще нам прогнозировали очень плохие. Нет, у нас есть, конечно, проблемы. Определенные мы пьем лекарства. Но мы большие молодцы, что мы ее вытащили, мы ее все-таки тянем. Но у нас и учится в классе. Хотя 3 года мы были на домашнем обучении. Старшая девочка у нас училась дома. Только в 8 классе мы решили выпустить ее в класс. И ей так понравилось, что она сейчас даже боится лишний раз сказать, где и что у нее болит. Чтобы ни в коем случае ее врачи обратно не посадили сидеть дома. Ребенку нужен социум. Ребенку нужно общаться в обществе, ребенку жить в обществе, мы это прекрасно понимаем. Мы пережили такие 3 тяжелых года, потому что действительно сильно-сильно болели. Не ОРВИ, болели мы другой болезнью. И мы перешли вот этот вот порог, нам стало полегче, получше, нам стало помогать терапия, которую нам выписывают нейрохирурги. И мы пошли в школу. И год мы отучились тьфу-тьфу-тьфу более-менее. У нас очень замечательный классный руководитель, который входит в наше положение, входит в наше заболевание и без всяких проблем. Если ребенку плохо, я пишу смс-ку, он остается дома. Девочки, вот такое длинное видео, столько вам наболтало. В общем-то, напишите, стоит ли идти 10-11 класс, и напишите, сколько в вашем городе, в вашей области у вас уходит, чтобы собрать ребенка в школу. Еще раз поздравляю всех школьников и студентов с первым учебным днем. В этом году это выпало на субботу. Хороших вам отметок, хороших вам учителей, добрых, верных друзей рядом, чтобы они вас не подводили и ни в коем случае не предавали. И слушайтесь маму и папу. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал, вы были на семейном творческом канале. Всем пока-пока, до новых встреч!